веселье было. Я прям радовалась, что иду в школу. Я первый раз очень стеснялась. Потом я подружилась, и я поняла то, что это, ну, классно ходить в школу. В школе же всегда радостно. Ну, потому что там одноклассники. Я боялась. Перезабава. Если честно, я боялась учительниц. Но потом я поняла, что школа — это весело и классно. По математике я люблю решать примеры. А по-русскому люблю диктант писать. Так, Конрад. Я хочу стать ветеринаром и там животных с улицы забирать себе, лечить их. Я хочу быть похожа на своего директора и взять с него пример. Я вырасту доктором, доверь доктор. Я хочу быть полицейским, искать людей, которые потерялись. Я хочу быть пчеловодом, потому что они добрые. Доктором. Егеде мама бокалға бөлсе, мен әнші бауымылет. Көзімнің қарасы.